Как же выйти? Через магазинчик. Этот конфликт создал наш городской голова. Если бы он вышел и сказал: ребята, люди выиграли суд, имеет полное право, тем более Верховный суд, и не один раз, а дважды. Просьба была ко всем навести порядок возле торгового места. Ужасные условия, ужасные, смотришь, как люди подключены, сети висят. Вчера, позавчера искрило, к нам подключился кооператив, и искрило сильно электросети. Сорвали в туалете воду, порвали краны, порезали. Люди просто ведутся на провокацию зря. Я считаю, что надо навести порядок. Ни один человек в продуктовом рынке не имеет санитарной книжки. Сейчас эпидемия очень серьезная. Люди продуктами торгуют. Мне бы хотелось, чтобы люди навели порядок возле своих мест. Мы пришли сегодня, мусора столько разбросано. Мы все убрали, мы не могли открыть, мы все убрали. Ждем электрика, чтобы заключение дал, имеем право открыть, чтобы не было никаких конфликтов. Очень прошу всех терпения. Уважение друг к другу, не бросаться, не провоцировать. Мне очень страшно, что люди с коммунального рынка, именно предприниматели, и те, которые находятся на бризе, они пришли сюда кричать. Наши люди, вы, пожалуйста, если можете, посмотрите, пройдите, люди торгуют. Покупатели ходят, никаких таких, чтобы сильно такие проблемы были, не было. А зачем надо было ворота закрыть? Обязательно идет проверка. Идет проверка, мы смотрим, какие вот технические условия, имеет право, не имеет, чтобы никаких не было, никто, никого не током не ударило. Все, чтобы было все нормально. Угу. Я обязана навести порядок. Если случится какая-то ситуация, в этой ситуации, конечно, буду виноват кто? Директор и собственник. Угу. А в понедельник это сделать нельзя было? Сегодня же все-таки воскресенье, как раз. Тогда, когда у меня человек живет в городе, и он приезжает только на выходные дни. Угу. Проверяет, ведет. Понедельник посмотрим, может, и понедельник. Если сегодня все нормально будет, заключение даст, что нормально, никакого нету, сделает, подтянет сети, сделает все, что как положено. Мы сделаем еще в понедельник. Все нормально сегодня будет, не будем этого делать. Угу. Посмотрим. Видишь, все бастуют. То, что у нас кооператив ворует свет. Так это нельзя решать эти проблемы без того, чтобы закрывать, чтобы держать открытым. А что вам сказали? Это надо было давно сделать. Где ворота? Перестреляют и не спросят. Не надо меня фотографировать. Я в розыске.